всего несколько недель, и в Кривом Роге уже активно продают новогоднюю хвою. Радиация, тяжелые металлы и прочие химикаты могут идти в подарок вот с такой новогодней красавицей. Давайте же узнаем, есть ли у продавцов документы, подтверждающие качество деревьев, и откуда на самом деле в Кривой Рог везут новогоднюю хвою. Можете забить в интернете, оно полностью совпадает с этими всеми документами. Все, которые учились в школе, знают. Раз, два, три, четыре. Значит, 4 года елки. Свыше 8 лет уже не стоит брать, потому что она будет опадать в поле. Есть желтые елки. Желтые елки, это они растут, ну, в Полтавской области, например, там, и туда. Ближе к северу. Домой, когда привозите, главное отрубить чуть-чуть вот здесь. Ну все. Как розу ходить. Она будет стоять у вас месяц, это 100%. Крымская сосна – это самая лучшая сосна. Дело в том, что у нас третий год один человек у нас берет постоянно. Так он приехал и говорит, стояла чуть не до 8 марта. Шашлык на ней сделал, и потом парил ноги тещи на хвое. Тройное удовольствие. Вот. Ну вот это порядка, это самое. 450-500 рублей. Ну это беру так для детских садиков, для школы беру так небольшие. Чипованные. Они стандартные, непроверенные, ну, государственным стандартам подлежат всем. Есть более зеленее, есть немножко как бы салатневый оттенок, есть немножко желтизна. То есть это разные сорта именно сосны. От 80 гривен и выше. Вот. Люди уже покупают? Да, да. Каждый день, да, не меньше 20 уходит. Весь необходимый пакет документов есть. Купили, а не украли. Державная санитарная эпидемиологическая служба Украины. Что эти елки не заражены радиацией, не из Чернобыля и тому подобное. Чипы, согласно законодательству Украины, ставятся непосредственно на елки, которые вырублены в государственных лесах, лесополосах. У нас идут елки из фермерского хозяйства. Молоточком поставлен этот штамп. И на елки с сельхоза, на фермерские хозяйства бирки не распространяются. Планируете елку покупать? Конечно. К Новому году? А какую и сколько готовы отдать? Не знаю, 300. Почему покупаете именно живую? Запах? Не знаю, просто так. У меня маленькие дети, ребенку нужен праздник. Жалко, что не их рубают, а потом просто выбрасывают. Нет, я никогда не покупаю. А почему? Ну, потому что жалко деревья. А искусственные тоже не покупаете? А у меня есть. И во дворе есть, я в частном секторе живу, свою елочку вырастили. Прекрасно, и будем святковать. Блин, 200-250. У меня есть искусственная, и она уже себя оправдала. Нисколько, у нас искусственная. А почему вот вы выбрали искусственную? Почему искусственная? Жалко. Жалко. У нас ребенок маленький, хочется, чтобы даже в квартире пахло вообще праздником. Це купили її на десятки років. І економія грошам, і не нищити природу, і все. Оце санітарна виробка, це чистка лісу, отакі пеньочки, це можна. А що я бачу на тій стороні сосни торгують, вони кожен рік вирубують дуже багато. Так що виходить наша природа і наш ліс. А скільки років іскусственна ёлочка, скажімо так, може прослужити? Ой, Боже, хто як хранить? Більше 15-20 років. Така 400 гривень. Угу. Сколько... 1,5 висоти, а така 180 метрів.